Наш отпуск продолжается. Мы каждый день плаваем. Вода 24, море очень хорошее, такая бодрящая, комфортная. Минут 50 можно поплавать. И море спокойное, в бархатный сезон волна бывает редко. А вечером мы вот приехали в Катогази. Это недалеко от Улоса на Пелион. Съесть пиццу, попить чай. Очень прекрасная погода. Смотрите, какая красота. Какое море. Тут много морских ежей, рыбок всяких. Вот такое побережье. А вот мы сидим тут. Ну что, Марина Юрьевна? Ну что? Хорошо сидим? Великолепно. Ну. Мы заказали пиццу, ждем. Сегодня безумно теплый день. Градусов 29 точно есть. Ну да, жарко. Мы взяли накинуть кофточки. Но только уходит солнце, и сразу, да, так посвежее становится. Сразу приносит в Греции воду. Вот пока мы ждем блюда, мы чукаемся горной Поэтому водицей. Поэтому хочешь, не хочешь, а надо. Да, да, пьем воду горную. Пока пиво там и пицца. Мы сказали нам, чтобы сразу все несли. Везде подают воду. В горах бесплатно. Очень вкусно, холодная, горная. Нравится, Мария? Пиво, да, ешь вода. Сыт не будешь никогда. После тазика оладушков из кабачков будешь пить воду. Спасибо Ирине Юрьевне. Да, кормлю. Небольшая пицца для особо голодных, которые сытые не будут. Даже пробовать сказали. Юг подали. С печенюшкой. Кто тут не ест? Да, вот кто не ест, почему ешь? Кто не ест? Пивко. Солнышко уже прячется. Что, накинула буфан? Накинула уже пиджачок. Вот бархатный сезон, чем отличается от обычного. Вот только солнце зашло, моментально сильнейший ветер. Вот, утеплились. Сразу такое вот... Какое-то осеннее, да, уже? Тут было лето, а сейчас наступила осень. Ну, не осень, даже не знаю, как назвать. Прохладный летний день. Ну, как-то так.